Евгений решил на моем мотоцикле прокатиться. В зоне 30 форсачит. Как тебе? Ну, погаин. Круто, да? Вот это шпанка. Вот это шпанка. Вот это кайф. Кайф, кайф, кайф. Конечно, еще дело привычки немножко. Ну да. Совсем другое дело, чем он видит. Спортивное. Но моя тоже хорошая. Кто сомневается? Сейчас посмотрим на твой аппарат и на брата Виталика, да? Короче, шлем не снимается, я его оставляю. Оставляй. Нафиг он мне нужен. Ну вот, мы в гараже. У Жени. Сейчас расскажи про свой мотоцикл. Офигенный. Да? Ну мы видим, он был зеленого цвета. Это Yamaha 600 S XG 600. Точно как наш подкидыш у Сани. Да-да. Был зеленый, он его покрасил в матовый черный. Так что вот, обратите внимание. Год выпуска тоже 94-й, да-да. Скоро вольтаймер уже будет. Угу. Потому что рубль нашел, вот и перекрасил. Ну классно. Со шпры-дозы. 2,50 в экшене, блядь. Да? Да. Короче, на весь лакирунг ушло 5 евро. Ну классно. У меня на одну краску, да, 500 миллилитров на Планету Спорт. 60 евро я отдал. Ну, только за краску. Ну он, конечно, посвежее, чем подкидыш Сашкин. Ну. Ну вот отсюда. Да. Тюх прошел, блин, даже. Так, а вот, сейчас посмотрим, братишки его, Виталика, мотоцикл. Honda 600-ка. Водяно-масляным охлаждением. Красивый очень цвет. Тихосмотр не прошел, потому что руль не... Не родной стоит и не, кажется, не оформлен положенным путем. Потому что братан лошара. Ну, не надо так на брата говорить. Коль бы предупредил, что у него документов нет. Выхлопную Женя нашел ему, потому что та выхлопная тоже не прошла техосмотр. Это он за 30 евро нашел где-то в нормальном состоянии. Пару вмятин не считается. Резину ему поменял. Эша мощно смотрится этот Хондочка. Резина спереди тоже новая. И вот такой вот аппаратище. Ну и что теперь насчет это? Насчет техосмотра? Ну все, я сделал. Там, короче, в этих мотоциклах, да, я выкинул. Подшипники были круглые, да? Угу. Круглые, здесь вот вилки внутри. Ага. А, я сейчас заказал конусные. И их можно всегда подтягивать. Вот он, если со временем разболтается, раз подтянул, все опять. А эти подшипники хрен подтянешь. Я мучился, короче, там. И шайбочку подложил. И думал, блин, сделаю. Не сдавался часа три. Молодец. Потом плюнул. Где не стоит? 20 евро. И, короче, заказал. Ну, а не жалеешь, что ту Хонду продал свою? Вот эту. Ой. Ну, 84-го года. Первую? И, ну. Ты так не жалеешь. Ну, она сладенькая же. Сколько там было? Ну, по-моему, 40. 40 ПС и... Ну, что, когда мы про дубасики сделаем? По катушечке. Будет. Будет сейчас. Весна пришла, да? Конечно, сейчас.
проедем. Сейчас сосед сделает свою машину. То мне кататься не с кем. Саня тоже на ремонте пока еще. Вот тут у Жени, тут ты смотри, и Волга, и Беркут, а? Вообще обалдеть. Так, инструментарий. Там. Ну ладно, будем закругляться. Мы были у Жени в гараже. Так что до новых встреч. Пишите комментарии. Что скажете. Всем пока, всем привет. С вами был дядя Виталя Добрый, да?